Твери 4 ноября будут временно перекрывать движение и парковку на некоторых улицах в Центральном и Пролетарском районах города. В этот день состоится традиционный крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери. С 6 часов утра до 14:00 нельзя будет припарковаться на улицах Большевиков, Баррикадны, у Христа Рождественского монастыря, откуда стартует крестный ход. С 6 часов утра и до 12:30 вводится запрет парковки по ходу движения верующих на улице Спартака, проспекте Калинина, улице Софьи Перовской, площади Победы и улице Советской. С 11:00 и до 13:30 на этих улицах будут останавливать движение на время прохождения шествия. Пассажирским перевозчикам рекомендовано изменить схему движения транспорта на этот период.